Так, мы сейчас на пятом этаже находимся. Посмотрим вид пятого этажа. Отеля Рокс Рояль Хотел. Вот такой вид отсюда. Он как палуба, считай, корабля. Сделан в оригинальном стиле. В центре турецких. Да. Пройдемся по территории, посмотрим. Вот здесь также номера находятся. По два номера. И здесь тумбочка. Все бокальчики сюда выносят. Такая стеклянная крыша. Вот. Вот внизу. Вон народ ходит. Этажей 5. Это в этом корпусе. В этом корпусе. Нет, наверное, даже 6, потому что нулевой, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Да, 6 этажей. И то второй корпус. И второй еще есть корпус, да. Там наверняка люксовые номера, по-моему. Делюкс-люкс. Это вот два лифта. Значит, один с одной стороны, другой с противоположной стороны. И они прозрачные. Сейчас зайдем в лифт, посмотрим. Давай, нажимай. Вот здесь вот второй этаж. Сюда. Первый, да. Вот сейчас зайдем сюда. Вот мы заходим в вид с прозрачного лифта. Сейчас поедем до нулевого этажа. Нравится. Вот. Потихонечку. Лестница стеклянная. Лестница стеклянная, да. Ступеньки, вернее. Здесь Аннекс-тур. Все. Нулевой этаж. Выходим. Зал для отдыха. А мы были вон там. Для тех, кто любит сидеть в интернете. Wi-Fi здесь берет получше немножко, чем во всех других концах этого отеля. Да, вот. Ну, он за плату. Игровой зал. Очень зеленые, видимо, из-за того, что они солнце особо на них попадает, но нету свежего воздуха. Три пальмы, они в таких вот горшках, но это настоящие. Настоящие пальмы. Да, три. Растут прямо на территории отеля. Посажены в горшочки или как? Ну как это, да? Ну, емкости, похожие на горшки. Лифт прозрачный подъезжает на нулевой этаж, где мы сейчас находимся. Вот бар. Чай, кофе, вода. Соки четырех видов. С правой стороны одни магазины.
Ну все, обзор пока сделанный. Всем пока.